Здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну что же, сегодня давайте перейдем к с вами к освоению практик крия-йоги. И сегодня мы начнем наш некоторый цикл крии с такого важного фактора, как видение. И это, как бы это сказать, золотой пояс видения. Вот несколько техник этого цикла. Их будет 6. Сегодня мы начнем. Сегодня первая техника, которая позволяет проработать, потому что мы работали с вами в нашем энергетическом, ну то есть в физическом теле. Обычно энергетические вот эти точки мы прорабатываем. Теперь мы начнем выходить, понимать, что наше физическое тело – это не все. Еще существует, так сказать, аура. То есть мы представляем себя не просто, как говорится, вот ручки, ножки, голова, а еще и как бы вокруг нас как атмосфера. Все в этой вселенной имеет некую такую сферическую форму. И форма человеческого тела, она тоже получается не то, что мы видим, а еще и некий круг. То есть вот это лишь материальная часть. Вокруг огромное такое пространство, у кого оно больше, у кого меньше, наша аура. И здесь тоже существуют эти энергоцентры, эти, ну, так называемые чакры, можно их назвать, которые не менее важны, чем... Но мы часто в жизни своей, знаете, и свои энергоцентры, там, когда мы там о чем-то думать, медитировать, нам не до этого. И поэтому даже то, что мы там начинаем там работать с чакрами по позвоночнику, это уже там, мы думаем, все, там 7 чакр, это все предел мечтаний. Потом мы выясняем, что их существует гораздо большее количество, и тоже надо с ними работать. И знаете, когда сразу скажешь, что это целая вселенная, ну тяжеловато. То есть надо проходить как бы по частям. Первый класс, второй класс. Ну и вот давайте мы дойдем, потому что, друзья мои, меня торопят высшие силы и говорят, что чё ж ты там все увлекся, все о политике там трындишь, о том, о сём, тебе что сказали-то? Людей учи, людям показывай техники, пусть кто может хоть поднимет свой уровень, вырвется из этой тины, а ты там начинаешь там это... Попросили балабола, вот он тут чешет. И да, тут не дали, как сегодня, вызвали в этот, как его, на ковер, сказали, ты что там, когда ты техники-то будешь давать, а тут все это, ля-ля травишь, ля-ля это хорошо, но не забывай. Сказал, да, слушаюсь, босс, слушаюсь. Техники, так техники. Крия-йога, значит крия-йога. Ну тогда, друзья мои, работаем. И значит мы начинаем цикл «Золотой пояс видения». И сейчас, значит, первая вот эта вот, первая часть. Мы, как обычно, закрываем глаза спокойно, уверенно. Эти техники можно выполнять в позе лотоса. Можно выполнять, ну, я понимаю, что это для некоторых может быть сложно. Можно делать сидя, можно делать даже лежа. То есть лучше делать, чем не делать. Потому что... И сейчас мы начнем. То есть это золотое кольцо видения. Эти точки отвечают за вот эту вот энергетическую основу, за базу энергетики. Они как бы находятся в середине тела. То есть это вот... Если наше энергетическое тело, оно тянется оттуда... Есть и верхний полюс, и нижний полюс. Я вам тоже, ну, как бы эти техники некоторые давал. Ну, не в практиках крия-йоги, а как бы отдельно. Но все равно, сейчас мы работаем с центром. Это у нас, помните, желтое золотое солнце, солнечное сплетение. Это центр удачи. Мы с ним работали уже не один раз. Но существует еще, мы работали с вами, печень. Это духовное сердце. Это с правой стороны, под ребрами, сбоку, желтый шар энергии размером чуть больше кулака. Ему, так сказать, симметрично, с другой стороны есть как бы вместе селезенки. Это тоже желтое сердце, тоже примерно желтое солнце размером с кулак. Вот получается два вот этих центра: печень
селезенка симметричная. Между ними желтое золотое солнце. Это центр удачи. Тоже все желтые тона такие. Кроме этого, существует еще, так сказать, два желтых центра. Это район почек. Почки человеческого тела. Это тоже два энергоцентра, два желтых шарика. Они чуть поменьше, они как бы, как, ну, может быть, теннисные мячики такие. Они тоже желтые. И вот, считайте, вот эти четыре. И связаны они так или иначе с солнечным сплетением. И мы начинаем вот эту первую технику. Просто чувствуем. Поработаем с печенью. Внимание на печень. Желтое солнце. Вот это вот желтый шар энергии размером с кулак. Подышим, почувствуем. Вдох и выдох. Пульсация, мерцание, освоим ее. Потом начинаем на вдохе. Внимание, энергию из печени переносим в солнечное сплетение. Потом по центральной линии вверх. В центр головного мозга. На выдохе вниз. Опять тот же маршрут. Солнечное сплетение, печень. Здесь полностью выдох. Опять вдох в печени, энергию поднимаем вверх, в центр головного мозга. Выдох. Дышим мягко, не то, что прямо как паровоз. А нет, просто мягко. В основном здесь внимание, дыхание только помогает. Только вы как бы с ее помощью можете создать вот такое вот движение вверх и вниз. Потом опять же вдох в печени, солнечное сплетение вверх и в бесконечность наверху прямо. Там небольшая задержка. Прямо цепляем там энергию бесконечности и на выдохе опускаем ее через родничок, через все тело. Солнечное сплетение, потом в бок, выдыхаем опять в печени. И еще два раза так сделаем. Вдох в печени, здесь вверх, выдох в печени. Хорошо. Теперь внимание переносим в селезенку, левая сторона под ребрами. Тоже смотрим желтое солнце, тоже оно похожее на солнце печени. Тоже желательно, то есть, эти центры очистить по нашей с вами методике. Если там присутствует грязь, затемнение, если вы его не видите, надо, значит, убрать, очистить. Ну, работа энергетическая в этом тоже может вам помочь. Итак, опять же, подышим вдох и выдох. Сначала пульсацию уловим, вот эту вот пульсацию этого энергетического центра, этого желтого солнца в селезенке. Левый бок под ребрами, синхронно печени. Потом опять же вдох в селезенке, внимание, солнечное сплетение, потом в центр головного мозга, на выдохе вниз. И еще так несколько раз. Вдох, выдох. Хорошо, а теперь вдох в селезенке, внимание, солнечное сплетение, бесконечность наверху. Там цепляем эту энергию, на выдохе опускаем ее. Солнечное сплетение в бок, селезенку. Хорошо. И еще несколько раз так делаем. Вдох и выдох. Хорошо. Теперь внимание на двух этих центрах. Печень и селезенка. Вот два солнца одновременно удерживаете и дышите. Пульсация вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Хорошо. Теперь вместе с двух сторон на вдохе сливается в солнечном сплетении вверх в бесконечность. На выдохе опускаем вниз солнечное сплетение и расходятся эти два потока здесь. И опять вдох, поднимаем в бесконечность, задержка небольшая, цепляем эту энергию, на выдохе опускаем ее, солнечное сплетение расходится здесь, выдыхаем. Хорошо. Вот, друзья мои, мы проделали вот эту вот первую технику, первую крию из цикла «Золотое кольцо видения». Будем по одной технике проходить. Потому что, ну, ничего сложного в этом нету. Нужно работать, активировать эти центры, потому что в теле вот эти. А потом мы перейдем дальше, уже вне тела, потому что это очень важно. Это повышает ваше осознание, ваше умение работать с энергетическим телом, в том числе и астральные, осознанные выходы. Все это очень полезно. Поэтому, ну, извините за долгие вступления, конечно, лучше идеально, значит, делать эту технику. То есть поначалу активируем район печени. Первый вдох. Просто дышим несколько вдохов, активируем. Потом дыханием перемещаем солнечное сплетение, центр головы. На вдохе, на выдохе обратно. Так несколько раз. 3 или 4. Потом опять же от печени вдох в бесконечность. Выдох сюда. Вдох в бесконечность. Выдох сюда. Тоже так 3-4 раза. После этого активируем селезенку, тоже желтое солнце. Опять же,
Сначала несколько вдохов-выдохов, потом опять же вдох, солнечное сплетение, бесконечность, выдох. Прорабатываем, потом два этих центра синхронно, опять же, дышим, вдох, вверх, выдох, вниз. Все, проработали. Проработали эти два важных энергетических центра. Хорошо. Переходим дальше. На сегодня все. Первую технику, как говорится, перед начальством отчитался. Плюсик поставьте преподу. Пока.